Гости Новой Голландии смогут кататься на коньках даже при плюсовой температуре. В центре Петербурга под открытым небом открылась новая ледовая арена. Покрытие катка может выдержать температуру от плюс 10 градусов. Это возможно благодаря современным системам охлаждения. Такие же используются на олимпийских ледовых аренах. Каток в Новой Голландии имеет площадь в 2000 квадратных метров, поэтому одновременно на нем могут кататься до 300 человек. Тем, кто неуверенно чувствует себя на льду, помогают инструкторы и аниматоры. Начинающие же фигуристы могут бесплатно пользоваться специальными тренажерами. Ледовое поле разместили возле сцены. На ней во время массовых катаний будут проходить представления и концерты. Для удобства посетителей возле катка установлен временный павильон, в котором можно взять коньки на прокат или заточить свои. Работать площадка будет ежедневно.